Я состоял в деноминации адвентистов седьмого дня с 1985 до 1992 года. В апреле 1992 года я был приглашен в офис конференции Северной Калифорнии в Плезент-Хилл, Калифорния. По какой-то причине, точно сам не зная, планируя поехать в Плезент-Хилл, мне предстояла полуторачасовая поездка, и я тогда сказал своей жене: «Знаешь, мне кажется, тебе стоит поехать сегодня со мной». Мы все спланировали. Знаете, у нас в то время было двое маленьких детей. Они тогда были еще очень маленькие. И весной 1992 года мы поехали в Плезент-Хилл, Калифорния. Зашли в офис, и там со мной разговаривали около часа. Один из тех, кто со мной говорил, был главный администратор образования в Северокалифорнийской конференции. Я до сих пор помню их имена и могу вам их назвать. Флайт Уайт. Он был очень приятным джентльменом, он был моим начальником в то время, когда я был учителем. Также Майрон Вайдинг и Кин Хэтчинс, главный администратор образования в Северокалифорнийской конференции. И как я говорю людям на протяжении многих лет, я говорю: знаете, если я увижу сегодня этих людей, я крепко пожму им руку и даже обниму их. У меня в сердце нет ничего личного против них. Но то, что они сказали мне тогда в той комнате, я никогда не забуду. Моя жена также была там. Это было 22 года назад. Они сказали мне, что-то, о чем я учил в церкви в Северной Калифорнии. Это было не то, что я преподавал в классе. Дети любили меня. И их родители тоже. У нас были замечательные отношения. Но то, что я говорил в церкви, я вел субботнюю школу, и богатым людям в той церкви не совсем нравилось то, что я говорил. И тогда они позвонили в офис конференции и сказали: либо вы уберете этого парня, либо мы заберем наши деньги. И так они позвали меня и сказали: Билл, ты должен подчиниться авторитетам в церкви. Если они говорят, что ты не должен встречаться в субботу после обеда в парке с людьми из церкви для изучения Библии, то ты не должен этого делать. Ты должен получить одобрение. Я спросил себя, где в Библии написано, что я должен идти к старейшинам, пасторам или в церковный совет для одобрения изучения Библии? Где это сказано? Я спросил об этом братьев в тот день в офисе конференции. У них не было ответа, но они сказали: «Билл, ты не можешь продолжать в том же духе, ты расстраиваешь людей». В конечном счете мы достигли кульминации. Понимаете, подпись одного из этих людей было на каждом банковском чеке, который я обналичивал. Я думаю, что они надеялись, что я скажу: «Сэр, я так и сделаю». Но этого не случилось. В конечном счете, в тот день, в той комнате, наступил переломный момент. Главный администратор образования Кин Хатчинс посмотрел на меня и сказал: «Билл, позволь мне сказать тебе нечто. У нас есть работа для тебя. Мы предлагаем тебе присоединиться к учителям субботней школы в Лэкпорт, Калифорния. Думаю, некоторые из вас живут на западном берегу и знают, это очень-очень красивое место». Они сказали: «У нас есть там два учителя, и ты будешь главным учителем.
Ты переедешь туда, но с одним условием. Я спросил, какое это условие? И он ответил, ты пообещаешь мне в этой комнате, что не будешь учить или проповедовать трехангельскую весть публично. Я посмотрел на него и спросил, Кин Хатчинс, о чем же вы хотите, чтобы я проповедовал? Он ответил, о Божьей любви. Я сказал, Кин Хатчинс, но это и есть Божья любовь. Он ответил, я здесь не для того, чтобы устраивать диспуты и не для того, чтобы обмениваться мнениями. Ты сейчас должен принять решение. Некоторые из вас в этой комнате, не все, но некоторые знакомы с моей супругой. Мэрилин, вы знакомы с моей женой, и вы несколько раз разговаривали с ней по телефону. Дело в том, что моя жена из Каира, из Египта. У нас есть книга, которую она написала про ее обращение к Господу. Потому что, друзья, если вы родились и выросли в Египте, то практически невозможно стать адвентистом. Практически невозможно. Она написала книгу об этом, которую вы можете приобрести. Это восхитительная история. Моя жена не отступает. Она очень... Мэрилин сказала, она говорит то, что думает. И когда Кин Хатчинс сказал, что вот о чем мы хотим, чтобы вы проповедовали, примите решение, что вы выбираете, моя жена, подобно комете, сразу же отреагировала. Мы не будем с вами работать в следующем году. И я буду с вами откровенен, я немного более вдумчивый. У меня были убеждения, но у меня были и сомнения. У меня была жена и двое детей. У меня были планы и мысли, и проходило у меня в голове много разных вещей, через которые мне пришлось пройти последние 2 часа. После этого был обед. Когда мы вернулись, Кин Хатчинс похлопал меня по плечу, он был намного старше меня, и он сказал, «Сынок, подумай о нашем разговоре на выходных и верни мне ответ в понедельник». Я сказал, «Хорошо, я подумаю». По дороге домой, в машине, моя жена сказала, «Билл, я так рада, что ты попросил меня поехать с тобой сегодня». Я спросил, почему ты так думаешь, дорогая? Она ответила, если бы я не была с тобой в том офисе, вернувшись домой, ты рассказал бы то, о чем говорили эти братья, и я не поверила бы тебе. Через 1.5 часа мы доехали домой. Я знал, что все, конечно, закончено. Я думаю, когда мы делаем то, что считаем правильным, время всегда на нашей стороне. Тоже я говорю и людям при разборе какой-либо ситуации. И это так, потому что все складывается, когда вы хотите поступать правильно. На следующий день, субботним утром, я сидел в церкви. Я не знаю, почему человек, сделавший то, что он сделал, не имел понятия, что он делает. Почему он это сделал, я не знаю. Он повернулся ко мне.
держа открытую книгу. Это была книга «Великая борьба». И указывая на книгу, вот так он сказал: «Прочитай вот это». И он указал в «Великой борьбе» на странице 557-558. И я начал читать. Я хочу прочитать вам это сегодня. Итак, «Великая борьба», страница 557-558. Верно то, что современный спиритизм видоизменяется, и скрывая те свои проявления, которые вызывают наибольшее возражение, рядится в христианские одежды. Погодите секунду, я думал, что спиритизм — это хрустальный шар, это гадания на картах и сеансы. Разве это не то, чем является спиритизм? Это вопиющий спиритизм в своей экстремальной форме. Но Эллена Уайт не говорит здесь об этом виде спиритизма. Друзья, я хочу, чтобы это открылось вам самым очевидным образом. Она говорит, что спиритизм представляется христианским. Я хочу, чтобы вы услышали это. Спиритизм рядится в христианские одежды. Слушайте очень внимательно. Принципы его учения уже на протяжении многих лет проповедуются и популяризуются, и поэтому ничто не может скрыть его настоящего характера. Но в своем нынешнем виде он еще опаснее, потому что облечен в более искусный и коварный обман, и ни в коем случае не заслуживает снисходительного отношения. Если в прошлом спиритизм отвергал Христа и Библию, то в настоящее время он как бы принимает и то, и другое. Но Библия истолковывается таким образом, чтобы это понравилось невозрожденному сердцу, в то время как ее торжественные и насущные истины остаются без внимания. Вы слышали это? Принимает Христа и Библию. Но Библия истолковывается таким образом, чтобы это понравилось невозрожденному сердцу, в то же время как ее торжественные и насущные истины остаются без внимания. Послушайте следующее заявление. Любовь – одна из главных свойств Божьих. Вы слышали заявление? Давайте будем говорить только о любви к Иисусу. Иисус любит тебя. Он любит меня. Это все, что нам следует знать. Вы слышали подобное? Вы когда-либо слышали об этом? Где вы слышали об этом? Вы слышали это в адвентистских церквах, в адвентистском служении, не так ли? Не так ли, друзья? А что именно Елена Уайт называет современным спиритизмом? Каковы его характеристики? Любовь – одна из главных свойств Божьих, принимая Христа и Библию, но истолковывается таким образом, что ее торжественные и насущные истины остаются без внимания. Вот, друзья мои, современный спиритизм. Друзья, ни я, ни вы никогда не будем вызывать умерших родственников. Мы никогда даже не и подумать об этом не сможем. Мы никогда не будем гадать по руке или на картах Таро, чтобы предсказать наше будущее. Но «Великая борьба» не об этом говорит. Она говорит, что спиритизм
Это современное христианство. Если мы сидим в церкви, и мы говорим только о любви Иисуса, давайте любить Иисуса, то в таком случае, что же мы слушаем? Мы слушаем современный спиритизм. Современный спиритизм. Друзья, почему это так? Почему же это так? В ближайшем будущем перед нами предстанет один из людей, которых мы любили, или нам явится Дева Мария, или апостол Павел, или демонические духи проявят себя, точно так же, как и явление умерших родственников. Соблазнимся ли мы всем этим? Вы скажете: «О нет, я не обольщусь, потому что я знаю, что мертвые ничего не знают». Но подождите секундочку, друзья. Если мы слушаем, и тем самым, что мы пьем? Мы пьем яд под названием спиритизм. И когда эти спиритические демоны предстанут перед нами, как мы не поддадимся и полностью не примем этих демонов, если мы слушали их годами? Друзья, считаете ли вы, что дьявол заинтересован получить контроль над миром? Почему он волнуется? У него уже есть контроль. Как насчет Римо-католической церкви? Заинтересована ли католическая церковь получить контроль над миром и распространить католицизм? У нее уже есть контроль. Как же насчет отступившего протестантизма? У нее уже есть контроль. Но заинтересован ли дьявол в 90% от всего мира? 92%? Нет. Дьявол заинтересован во всем мире. Как он уничтожит, возьмет в плен людей, которые исповедуют Бога? Как он собирается это сделать? Мы уже говорили об этом. Придет и скажет ли он: давайте-ка сделаем сеанс и поговорим с твоей прапрабабушкой. Скажет ли он тебе об этом? Конечно же нет, потому что он знает, что ты сразу ответишь ему: отойди от меня, сатана, я знаю, кто ты. Он сделает это по-другому. Придет ли он и скажет: пойдем навестим ту леди, и она, погадавши на руке, скажет тебе в точности, что с тобой произойдет в ближайшие 3 года. Предстанет ли перед тобой дьявол с такими предложениями? Конечно же нет. Но сможет ли он достичь адвентистского мозга, который программируется, который каждую субботу идет в церковь, каждую субботу сидит там и слушает все, что говорит пастор? Ведь адвентистский пастор не говорит ничего, кроме истины. Итак, мы идем, и постепенно, со временем, изменяется весть. Жизненно важная, торжественная весть, которой мы делились с людьми, мы больше не слышим ее. Но мы программируемся такими вещами, как: тебе надо в церковь, тебе нужно сидеть и слушать. Не важно, что говорит пастор, он говорит истину. Он же не будет тебя лгать, он же твой брат. Может ли дьявол использовать что-то подобное этому, чтобы уничтожить адвентистов седьмого дня? О, конечно же, да. Миллионами, братья.
И как только мы слышим умное словечко, мы расслабляемся и говорим себе: «Все хорошо, теперь я могу спать. Я могу расслабиться, ведь пастор не будет мне лгать. Я слышу умное слово, и я слышу Иисус, слышу суббота, я слышу о миссии». Я слышу нормальные вещи, которые должен слышать. Значит, все должно быть в порядке. И знаете что, друзья? Сами того не замечая, мы постепенно подготавливаем себя к тому, что мы увидим любимого нами покойного, который предстанет посреди нас. Демона, который будет выглядеть как человек, которого мы любили, и мы будем подготовлены, чтобы принять его. Будем подготовлены. Это и есть современный спиритизм адвентистов седьмого дня. Это то, чем он является. И это есть в адвентизме уже 50 лет. Очень долгое-долгое время. Почему тогда в 1992 году, когда я сидел в адвентистской церкви, человек, которого я уже не помню, я не помню, кто это был, но он держал в руке великую борьбу и указывал на книгу и сказал: «Прочитай это». Прочитай. Он и не представлял, что я пережил день до этого. Друзья, я уже читал это высказывание. Здесь говорится: «Любовь – одно из главных свойств Божьих, низведена до уровня слащавого сентиментализма, не делающего почти никакого различия между добром и злом». Тогда я посмотрел на мою супругу и сказал: «Дорогая, я должен искать другую работу». И, показав ей эту цитату, спросил: «Знаешь, что мы слышали вчера? Это был современный спиритизм. И я не хочу иметь с ним ничего общего». Друзья, это невероятно, это настолько красиво и имеет огромное значение. Итак, если вы идете в адвентистскую церковь, и пастор говорит только об Иисусе, ты только люби Иисуса, я буду любить Иисуса и будем любить Иисуса всю жизнь до Царства Божия. Я вам говорю прямо сейчас, в этом случае вы не на тропе, ведущей в Царство. Вы не на тропе, ведущей в Царство Божие. Друзья, вы не на тропе с этим вводящим в заблуждение пастором-обманщиком, который ведет в озеро Огненное. Вот к чему это все ведет. Вот к чему это ведет. Справедливость Господа, предостережение относительно греха, требование соблюдать Его святой закон – все это скрывается от людей. Народ учат относиться к десятисловию, как к мертвой букве. Приятные, чарующие сказки пленяют разум и побуждают людей отвергать Библию, как основание своей веры. Христос отрицается, как и прежде, но сатана так ослепил человека, что он совершенно не замечает обмана. Друзья,
Если мы будем слушать проповеди о воскресении в любой воскресной школе, куда это нас приведет? В конечном счете мы окажемся туда, куда ведет воскресение. Это там, где мы окажемся. Это вопросы жизни и смерти. Люди мне говорят: знаешь, Билл, я остаюсь и слушаю это, но я знаю, что это неправильно. Но это не оказывает на меня никакого эффекта. И я пытаюсь помочь сидящим рядом со мной слабым людям. Я вытираю слезы и нос, мне очень больно на это смотреть. Друзья, как в Библии называются ложные учения? Как они названы? Пал Вавилон. Почему? Ибо он яростным вином блудодеяния своего напоил все народы. Что символизирует собой вино в Писаниях? Ложные учения. Ложные учения. Скажите мне нечто, если предположить, у меня тут стоит, допустим, 5 бутылок вина, я начинаю пить первую, потом вторую за ней, третью бутылку, повлияет ли это на способность мыслить? Конечно, повлияет. Знаете что? Если мы убеждаем сами себя, что можем сидеть в церкви, слушать спиритизм и попросту продолжать пить ложные учения и думать, что это не влияет на нас, знаете, это называется самообман. Вы обманываете самих себя. Вы лжете самим себе. В конечном счете, вы опьяняете, если уже не пьяны, и в конечном счете самообмануты, и вы обнаруживаете себя где-то в канаве, и даже не будете знать, как вы там оказались. Те из нас, кто не ходит на церковные конференции и предпочитают работать самостоятельно, обычно на этом моменте говорят: «О, замечательно, Билл. Ты сильно говоришь, сильно бьешь, но это не относится ко мне. Я хочу, чтобы вы задумались на секундочку. О чем мы только что говорили? У дьявола есть мир. У дьявола есть папство. У дьявола есть отступивший протестантизм. И сейчас дьявол создает ужасный обман. Обман тишины в адвентизме, где все проповеди только о Иисусе. Ни о суде, ни о законе, ни о здоровье, ни о субботе в проповедях ничего нет. Но только Иисус. Но погодите минутку. Но есть и другая группа так называемых независимых адвентистов. И дьявол не хочет 95, 96, 97 или 98%. Сколько он хочет? Он хочет все 100%. Итак, у нас есть независимые адвентисты, и они знают о спиритизме, и они знают, что Евангелие только у Иисуса полностью уничтожает закон, субботу, суд. Как дьявол стремится и как он жаждет уничтожить и независимых адвентистов? Как он может видоизмениться и какое обличие примет спиритизм в среде независимых адвентистов? Это интересный вопрос, не правда ли?
Мы все видели, как дьявольский обман спиритизма прошел прямо через среду независимых адвентистов. Может быть, мы так не называли это явление, но апостол Павел называл. И мы убедимся в этом. Прочтем сейчас из послания к Галатам. Так, Галатам, 3 глава. Начнем с 1 стиха. Павел говорит: «О несмысленные галаты, кто престил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере?» В чем, по мнению Павла, была проблема в церкви в Галатах? «О несмысленные галаты, кто прельстил вас?» Или в переводе короля Иакова: «Кто заколдовал или заворожил вас?» Колдовство, волшебство, спиритизм. Галаты были вовлечены в колдовство, заколдованы или заворожены сатанинскими духами. В чем же здесь была проблема? Проблема галатийской церкви. Что апостол Павел так осуждает их, говоря, что они в сатанинском заблуждении? Да, их проблемой была самоправедность. И у этой самоправедности были характерные черты. И мы увидим ее характеристики в послании к Галатам. Вопрос, который я задаю: какие характерные черты мы видим у церкви в Галатии, которые побуждают Павла говорить, что они находятся под влиянием сатанинских духов и дьявольских доктрин? Друзья, это строгое, очень строгое обвинение против галатов, не так ли? И сколько из нас хотели бы попасть под подобного рода осуждение? Хотели бы вы, сидя в этой церкви, быть заколдованы или завороженными? Нравится ли вам слышать подобное? Это именно причина, по которой я это делаю. Если ты пребываешь в этом, то хочешь быть освобожденным Христом. Давайте обратим внимание, какова была проблема галатов. И перед тем, как мы продолжим, я хочу, чтобы вы все знали это вступление. И позже мы перейдем к слайдам. У нас одна тема. Хотя и выглядит, будто я говорю о разных вещах, но это вступление. Итак, послание к Галатам, 1 глава и стих 6. Павел говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Есть только одно благовествование. В послании к римлянам, 1 глава, 16 стих, Павел говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия,
от веры в веру, как написано, «Праведный верою жив будет». Это и есть Евангелие. Сила Божья может изменить жизнь человека изнутри внаружи. Это Евангелие. Бог может наделить нас силой подчиниться Его закону. Павел говорит о том, что в Галатийской церкви были люди, которые пришли и продвигали искаженное Евангелие. Если кто-то пропагандирует искаженное Евангелие, вы знаете, что с ним происходит? Это делает его отступником. И это все вовсе не милое такое слово. Я бы не хотел называться отступником. В послании к Галатам Павел говорит об отступниках. Они отвернулись от Евангелия и начали проповедовать свое собственное Евангелие. Любовь, любить Иисуса – это отступление. Но это не только отступление. Давайте продолжим. Итак, что же происходит? Павел говорит в 8 стихе, «Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Что же это было за отступление, которое было в Галатийской церкви? Павел объясняет это очень ясно во 2 и 4 главах. Давайте посмотрим. Павел рассказывает историю, начнем с 11 стиха. Вы можете прочитать всю главу. Люди в послании к Галатам пришли и сказали, что только обрезанные могут быть приняты Богом. Это было их Евангелие. В сущности, в 3 стихе Павел говорит, «Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезываться, а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Деяния апостолов, 15 глава. Давайте посмотрим вместе, что говорит Библия. Деяния апостолов, глава 15, стих 1. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, что они сказали? Не можете спастись». Итак, что они сделали из обрезания? Это была их религия, это было их спасение. Это было их спасение, обрезание. Ты обязан быть обрезанным. Если ты не обрезан, ты умрешь. Ты попадешь в ад, если ты не обрезан. Вы знаете, приходилось ли вам когда-либо слышать от независимых адвентистов седьмого дня, которые приходят к вам со странной идеей с элементами правды? Я имею в виду, они прочитали в Библии и пришли к вам и говорят, если ты не веришь в эту идею, ты будешь потерян. Вам приходилось когда-либо это слышать? Приходилось ли вам? Сегодня никто не скажет этого об обрезании, но дьявол использует подходящую идею в определенное время. Вы заметили, ложное Евангелие, проповедуемое Галатам, мы с вами это видели. Послание к Галатам, глава 4. Глава 4. Обратите внимание, стихи 9 и 10. «Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога,
Для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя ими? Вы хотите попасть в рабство? Стих 10. О каком рабстве проповедуется Галатам? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Эти четыре вещи – дни, месяцы, времена и годы – все должны были соблюдать по иудейскому закону. Итак, с благими намерениями люди, обманутые отступниками, проходили к Галатам и говорили: «Если ты хочешь спастись, ты должен соблюдать праздники». Кто-нибудь вам когда-то говорил такое? Вы слышали что-либо подобное? Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что кто-то был очарован. Он это приобрел под влиянием сатанинских духов и доктрин дьявола. Вот что это. Давайте модифицируем это и сбалансируем. Могут ли люди изучать что-либо, не создавая свое Евангелие? Нормально ли это? Ну, конечно же, да. Это нормально. Ты можешь изучать. Но люди в Галатии, они не изучали. Они были очарованы, они были пленены этой идеей. Так это было. Было словно скрипка с одной струной. И все. В их религиозном опыте все вращалось вокруг праздничных дней и обрезания. Сегодня среди независимых адвентистов седьмого дня много сатанинских доктрин, на которых люди зацикливаются, пленяются ими. Это их Евангелие. Если этого не принимаешь, то ты потерян. Сегодня вместе с вами мы рассмотрим некоторые из таких взглядов. Крис, картинка застыла. Итак, thanks, Chris. Now, первые две. Спасение праздничными днями и спасение святым именем Бога. Я хочу рассмотреть эти два утверждения. Верно ли утверждение о праздничных днях? Безусловно, все праздники указывали на то, что Иисусу предстоит совершить. Пасха, смерть Христа, Пятидесятница, начало служения Иисуса во Святом Святых, праздник труб. Иисус предостерегает в 1813-1814 годах судный день, Йом-Кипур, указывал на служение Иисуса во Святом Святых. Праздник кущей на второе пришествие Христа. Не находится ли великолепная истина в этих праздниках? Абсолютно. Являлся ли это вопросом спасения? Должен ли я сегодня приносить ягненка в жертву? Должен ли я
рассчитывать 43-й день и в апреле праздновать его. Нет, друзья, это стало дьявольской доктриной. Эта личность была прельщена, заворожена. Как насчет священного имени Бога и Иегова? Красивое имя Бога в Библии, не так ли? Иегова означает «был, есть и будет вечно существующий». Это великолепно. Но, друзья, когда-либо, если мы зацикливаемся на этом, это единственное, о чем он может... говорить этот человек, и все его в духовном опыте вращается вокруг имени Бога и Иегова, то это становится для него как бы навязчивой, обвораживающей идеей. Это становится для него как бы путем спасения. Восхитительная дорогая леди как-то дала мне одну книгу и сказала: «Билл, не мог бы ты прочитать эту книгу и сказать мне, что ты думаешь?» Я сказал: «Хорошо, я почитаю». Друзья, я дошел до 56-й страницы из 300, и автор там говорит: «А я ждал, чего он это скажет. Я знал, что он это скажет, и на 56-й странице было написано: Иегова – это печать Божья. Если вы зовете Бога Иегова, то вы получили печать Божию, и вы спасены. А если вы не согласны называть Бога Иегова, то вы получите начертание зверя, и вы погибнете». Я закрыл книгу. Я вернулся к этой леди и сказал: «Знаете, Иегова – это очень красивое имя Бога, но мое спасение не зависит от того, как я называю Бога. От этого не зависит мое спасение». Друзья, я повторю, когда доктрина становится дьявольской доктриной, тогда, когда весь личный духовный опыт обертывается одной идеей, и тогда у скрипки только одна струна. Спасение в отрицании божества. Христос был сотворен. Присутствие Святого Духа. Правда ли это, друзья? Есть три личности божества. Это библейское понимание. Об этом говорит и дух пророчества. Понимаем ли мы это до конца? Нет. Но среди нас есть люди. Есть один парень в Огайо, до сих пор помню его, я просто не хочу упоминать его имя. Он мне сказал однажды: «Билл, Бог воздвиг тебя, чтобы сказать африканцам, что Христос был создан в определенной точке в вечности, и Святой Дух не является личностью». Я спросил у него: «Что случится со мной, если я не скажу африканцам это послание?» Он ответил: «Ты сгоришь в аду». Я сказал ему: «Знаешь, что я никогда не буду проповедовать твою ересь. Я никогда их больше не слышал». Этот человек зафиксировал свое внимание на этой теме. И все в его духовном опыте вращалось вокруг темы божества. Номер 4. Через веру в то, что распятие было в среду. Распятие Христа – это великая истина. Если Христос не воскрес, то у нас нет надежды. Как написано в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Если Христос не воскрес, то на нас, на наши грехи, и у нас нет надежды. Голос из зала. Откуда возникла эта теория? Эта теория появилась из-за неправильного толкования Матфея, 12 глава, 40 стиха.
Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. В их понимании Иисус должен был умереть в среду и воскреснуть в субботу. Правильное же толкование кроется в понимании еврейского взгляда на время. Если вы изучаете библейское понимание времени, то еврейское понимание времени включительное. Любая часть 24-часового периода считается днем. Таким образом, Христос был в гробнице 3 дня. Пятница – это первый день. На протяжении субботы – это второй день. Также Христос был в гробнице часть 3-го дня. Таким образом, считается 3 дня. Я встретил одного парня после встречи в Лома-Линда. Это удивительно. Я наклонился, чтобы положить книги в сумку, и вдруг я увидел пару ботинок прямо рядом с моей сумкой. Тот вечер наверняка я проповедовал из книги Откровения 14 главы. Я поднялся, и он сказал мне: «Сын, у меня для тебя правда Божия, в которую ты не поверишь». Я спросил: «О чем речь, сэр?» «Это очень глубокий материал, и я дам тебе его». Я посмотрел, и на нем было написано: «Распятие в среду». Друзья, я мог бы стоять на голове, стать фиолетовым, и неважно, что бы я сказал, это было совершенно не... Это бы не оставило никакого отпечатка, не повлияло бы ни на что. Друзья, неважно, что бы я сказал в тот вечер, он не слышал ни одного произносимого мною слова, потому что он зафиксировал свое внимание. Он был пленен, прельщен, заворожен этой идеей распятия в среду. Бог не убивает. Вы скажете: «Я не верю, что Господь убивает. Он не нарушает своих заповедей». И верно, Он не нарушает, но Он осуществляет правосудие. И когда судья в судебном деле говорит: «За твои поступки присяжные решили, что ты умрешь за свои преступления, поэтому ты приговорен к смертной казни». Является ли судья, находящийся в суде, виновным в убийстве человека? Конечно же, нет. Нет, конечно. Человек убил себя своим неоднократным неверным выбором, а судья всего лишь навсего произнес приговор: «Ты заслуживаешь смерть». У меня были очень близкие друзья, очень близкие, которые были вовлечены во все эти вещи. И наша дружба была окончательно уничтожена. Уничтожена. Почему? Да потому, что каждый раз, когда мы были рядом, единственное, о чем они могли мне сказать, была одна из этих идей. И в конечном итоге я смотрел на них и делился тем, во что я верю, и они делились тем, во что верили они, но это было недостаточно хорошо. Почему? Потому что у них была истина, и они были правы, а я ошибался. И у них была Библия, и дух пророчества, и не важно, что я им говорил. И несмотря на всю логику в Библии, и несмотря на дух пророчества, не было никакой разницы. Они фиксировали внимание на этой теме. Каждый раз, когда я находился в их обществе, это все, о чем они могли говорить. В конечном счете, я не хотел с ними соглашаться. И знаете, кем я стал? Богоотступником. Я был в отступлении, потому что я верил, что Иисус умер в пятницу. Я был в отступлении, потому что верил в то, что Господь творит правосудие.
Я был в отступлении, потому что верил, что Святой Дух является личностью. Я был в отступлении, потому что верил, что Иегова – это красивое имя Бога, но имя, которым мы обращаемся к Богу, не является вопросом спасения. Друзья, люди зацикливаются, и весь их религиозный опыт обернут одной идеей. Это означает быть заколдованным или завороженным. Это спиритизм. Следующее. Спасение через крайности в диете и реформе одежды. Есть люди, проникавшие в нашу церковь во Флориде. Невероятно. Невероятно. Рядом со мной сидели люди во время обеда и говорили мне: «Пастор, ты не даешь своей церкви свет Евангелия». «Хорошо, — говорил я, — какой свет Евангелия я им не даю?» И не моргая, они говорили мне: «Ты должен говорить своим членам церкви, что они могут кушать только два раза в день. И если они совмещают помидоры с фруктами, они попадут в ад». Голос в зале говорит: «Если будут мешать помидоры с овощами». Да-да, вы правы, мешать помидоры с овощами. Как вы думаете, они поверят мне, если я скажу, что я специально проверил, кто бодрствует? Друзья, это сатанинские духи, которые разрушают независимый адвентизм. Не только диета, но и одежда. В нашу церковь во Флориде пришла пара, муж с женой, с плеч до пят одеты в черную одежду. И сказали: «Все в этой церкви должны одеваться в черное». Голос из зала: «Это потому, что у них была черная машина?» Юджин, я видел все, что мне надо было видеть, когда они пришли в церковь, и не нужно было смотреть на их машину. Друзья, мы зацикливаемся, мы становимся плененными, мы становимся неустойчивыми. Мы становимся заколдованными и завороженными. И если мы делаем реформу здоровья, одежды и Евангелием, если мы превращаем эти вопросы в наши Евангелия, если все в нашем религиозном опыте вращается вокруг одежды или диеты, мы становимся завороженными, мы становимся заколдованными. Голос из зала. Самое интересное для меня. Интересно, как это происходит, как это случается. И, на мой взгляд, это тоже духовное вино, которое убеждает этих людей на протяжении времени. Неважно, насколько сильный человек и какой у него характер, они под впечатлением и потому поддаются, не проверяя, истинно это или нет. Это приводит их к таким экстремальным идеям, которые становятся предметом их поклонения. Даниил, вы полностью правы, и проблема в том, что у нас нет молитвенной жизни.
Мы не молимся и сами не читаем Библию и дух пророчества. В этом вся проблема. Даниил, в 1990 году на последней церковной конференции я был в Red Bluff и говорил проповедь на тему «Ранний и поздний дождь». После проповеди ко мне подошла пожилая женщина. В той проповеди я упомянул то, что я был в церкви в Pleasant Valley 10 лет до этого. И она пожала мне руку и сказала: «Сынок, где ты это выучил?» Я сказал: «Мэм, я выучил это самостоятельно». Она сказала: «Ты не выучил об этом церкви города Pleasant Valley, потому что я была там в то же время, когда и ты. И я знаю о том отступлении, которое там было, так же, как и ты выучила о раннем и позднем дожде». Я ответил: «Я самостоятельно изучил, что Библия и Дух Пророчества говорят по этому вопросу». Даниил, вот почему мы, как адвентисты седьмого дня, как овцы, обреченные на заклание, мы воспринимаем любую ложную доктрину. Почему? Потому что не предоставили наши жизни Христу и не изучаем истину самостоятельно. Но мы позволяем сильным личностям прийти и увести нас за нос, туда, куда они захотят. И, Даниил, давайте смотреть правде в глаза. Если мы не молимся, если мы самостоятельно не изучаем Слово Божье, чтобы самим понять то, в конечном счете мы тоже попадем на крючок. Еще один пункт. Спасение только через подлинные труды Эллены Уайт. Есть такие, которые говорят, что трудам Эллены Уайт можно доверять только до определенного момента. Я думаю, 1890-1892 год. Потому что они говорят, что в то время определенным братьям было дозволено изменять дух пророчества. А все ее труды, которые были после определенной даты, нужно выбросить, как ненужный мусор. Знаете, это интересно, потому что у меня в офисе на столе есть письмо, которое написала Эллена Уайт. Если я не ошибаюсь, в 1914 году, или два года и год до смерти, и в этом письме она пишет: «Я искренне утверждаю, что все изменения и обновления, и доработки, которые были сделаны к великой борьбе», и она пишет: «Я всецело одобряю и поддерживаю издание Великой борьбы 1911 года». И среди нас сегодня есть те, которые говорят: единственный выпуск к Великой борьбе, который мы можем принять, это издание 1888 или 1884 года, потому что в других редакциях были изъяты некоторые вещи. Друзья, все, кто пишет книги, повторно корректируют их, изменяют. Если вам не нравится высказывание, и вы хотите поменять формулировку, но иные люди скажут: «О, вы изменяете слово, которое Бог дал им». Бог не давал слово под диктовку. Пророки не роботы. Бог не диктовал по буквам. Это не тот способ, которым действует божественное вдохновение. Бог вдохновляет мысли. Бог давал Эллене Уайт видение, а после всего говорил ей: «Ты пойдешь, найдешь слова, чтобы описать то, что ты видела». Поэтому она заимствовала выражение у других писателей. Почему? Потому что они самым красивым способом выражали то, что видела она. Поэтому глупо не принимать то, что было написано после определенного момента. И мы подходим к следующему моменту – спасение через веру в то, что церковь – Вавилон. Okay?
Если взять книгу свидетельства для проповедников, где Елена Уайт повторяла о том, что церковь никогда не станет Вавилоном. Церковь никогда не станет Вавилоном. И когда ты читаешь это кому-либо из благонамеренных праведных адвентистов, знаете, что они говорят? Ты же не можешь этому доверять, это было изменено. Серьезно? Знаете, что мой разум может сделать? Если вы верите в то, что все изменили, знаете, что может сделать мой плотской разум? Если я встречаю в духе пророчества, что что-то мне не нравится, мой разум может сказать, что это тоже было изменено. И в конечном итоге, знаете, сколько у вас останется из духа пророчества? Его не останется совсем. Книга «Наподобие Великая Надежда», которую редактировали люди и полностью изменили, полный мусор. Я очень извиняюсь, но это полный мусор. Здесь я говорю о книгах, которые написала сама Елена Уайт во время своей жизни. И они говорят, что до 1980 года они принимают, а все, что после, изменено. Синди, вещи, которые делают сегодня как «Великая надежда», еще одна книга на базе «Желания веков», если бы Елена Уайт была здесь сегодня, она бы бросила это в мусорный ящик. Не позволила бы начать эту редакцию. Я не говорю о тех, которые делают мерзости. Я говорю о великой борьбе. Редакции от 1911 года. Там столько всего и свидетельства для проповедников. Знаете, это настолько не нравится людям, но это все равно настолько однозначный и цельный материал. Из-за того, что людям это, конечно, не нравится, то, о чем она писала и говорила, это они перечеркивают и внушают свои зацикленные взгляды, поэтому они отвергают это и говорят, что это было изменено. Вот о чем я говорю. Голос из зала. Я не знаю, если вы заметили, но на многих страницах есть изображение солнца. Да, Кларк, я обратил на это внимание. Это главным образом потому, что книги Духа Пророчества издаются издательством ESI. В этих книгах очень много изображений, где вы можете увидеть солнце. Это постоянно встречается. Голос из зала. Это показывает нам то, что они поклоняются солнцу. Определенно, они связаны с этим. Голос из зала. Это действует на подсознание. Да, на подсознание. Мы говорим о 20 и 21 веке, о толковании книг Елены Уайт, а я говорю об этом. Следующий пункт. Спасение через веру в то, что церковь является Вавилоном. Друзья, среди нас есть те, у которых такое представление. Есть книги на эту тему, и все обернуто в эту идею, что церковь – Вавилон, и спасение только вне церкви. Друзья, это дьявольское учение. Это дьявольская доктрина. Спасение только вне церкви. Спасение никогда не было ни в церкви, ни вне ее. Спасение в подчинении Иисусу Христу. И, наконец, последний пункт, который вы не видите, но я вам прочитаю. Спасение в 20-25. Друзья, среди нас люди с учением или доктриной о 20-25, которые предполагают, что в книге Левит, 26 глава, стихах 20-25, говорится о пророческом периоде,
На самом же деле в книге Левит, 26 глава, стихах 20-25, совершенно не говорится о временном периоде. Там попросту говорится о суровости наказания, которое постигнут людей за продолжительное преступление закона. В книге Левит, 26 глава, совсем нет временного периода. Апостол Павел в послании Галатам, 5 глава и 5 стих говорит: «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Друзья, Евангелие Павла было настолько понятно и ясно. Павел был пленен и очарован. Он фиксировал свой взгляд на том факте, что Христос может изменить грешного человека. Он может обратить его от греха к праведности. Вот чем было Евангелие Павла. Пускай же это будет и нашим Евангелием. Если мы сами становимся такими, если мы знаем кого-то, кто пленен и зациклен на чем-либо, и вся весть его Евангелия строится вокруг какой-то идеи, он становится как заколдованный, завороженный, и это является спиритизмом. Это пленит и независимых адвентистов. Там происходят две большие крайности. После молитвы мы сделаем короткий перерыв, и мы продолжим. Я хочу завершить следующим заявлением. Друзья, спиритизм среди нас, он прямо здесь. Мы все можем узнать его в любой деноминации. Дьявол ходит за каждым из нас. Друзья, соседы, члены церкви, семья. Но истина Божья восторжествует на этой земле. Дьявол пытается уничтожить ее, но он проиграет. В заключении цитата из книги «Пророки и цари», страница 186 и 187. «При завершении служения Господа на земле, знамя Его закона снова будет высоко поднято над миром. Лжеучения могут распространяться. Распространены ли они? Да. Беззаконие может процветать. Любовь во многих может охладеть. Голгофский крест может утратить свое значение для людей, и мрак, подобно смертной тени, может покрыть землю. Весь мир может ополчиться против истины. Враги могут составлять заговор за заговором, чтобы уничтожить народ Божий». Обратите внимание. Но когда в час величайшей опасности Бог Илии пошлет своих вестников, ничто не заставит их смолкнуть. Воздадим ли мы хвалу Богу за это? Истина Божья победит. И неважно, сколько людей будет вовлечено в безумие, наподобие которого мы сегодня рассмотрели. Истина Божья победит на этой земле. В густонаселенных городах земного шара и во многих местах, где так поносилось имя Всевышнего, раздастся голос сурового обличения. Посланцы Господа смело выступят вперед и разоблачат союз Церкви с миром. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, будут они проповедовать каждому народу, ибо наступил час суда Его». Хвала Господу, друзья мои, хвала Господу. Давайте преклоним колени для молитвы. Отец Небесный, спасибо Тебе сегодня,
что несмотря на нашу слепоту, которая из-за обмана и самообмана, несмотря на дьявольские атаки со всех сторон, спасибо Тебе за то, что Твоя истина все равно победит. Спасибо Тебе, Отец, за то, что у Тебя по-прежнему есть звезды по всему миру, сияющие ярким светом, независимо от того, насколько темно становится по всей земле. Отче, я молюсь о том, чтобы Ты укрепил. Благодарю за то, что мы имеем эту весть, которой Ты поделился с нами сегодня. Помоги нам хранить себя от фанатизма. Помоги нам сохранять баланс. Помоги держаться Христа, Христа в Его силе. Храни нас, помоги нам сохранить это в центре нашего духовного опыта, чтобы мы были благословенны, сильны и у Тебя в одобрении, и с силой в этом мире для добра, для истины. Молю Тебя во имя Иисуса. Аминь.